Робота спрямована на виготовлення продукції для фронту, кипить не лише на підприємствах країни. Пересічні одесити за допомогою підручних засобів на власних подвір'ях виготовляють буржуйки, котрі зігріватимуть наших захисників. Не кожен вміє з оружием в руках захищати родину, але кожен хоче щось полезне принести для своєї країни. Вот так вот и зародилась идея, которую мы, собственно говоря, и воплотили в жизнь. Все мы, ну, практически все мы холодильщики, кондиционерщики, ребята, которые занимаются инженерией, в общем. Ну и то, что было. Фреон, наш основной, как это, газ, баллоны мы использовали от фреона. Трубы, ну, часть пошла из домашних заготовок, то, что планировалось на виноградные арки. Ну, вот так получили с дымохода. Металл достаточно легкий в баллоне и достаточно прочный. Первую буржуйку, которую мы сделали и с помощью тепловизора направили, была температура при сгревшем картоне, если я не ошибаюсь, 356 градусов. График работы столько, сколько можно. Вообще у нас 10 человек. Буржуек сделали почти 200 штук. Там еще вот сегодняшний день будет 205 штук. Принимаем во внимание пожелания, которые нам озвучивают ребята, и пытаемся их воплотить в жизнь.